Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гостем нашої студії є заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь. Ми будемо говорити про ситуацію із захворюванням африканська чума свиней. Наскільки це, доброго вечора, наскільки це небезпечне явище і що це таке, чим воно ризикове в плані економіки? Прошу. Ви знаєте, здесь единственная хорошая новость заключается в том, что эта болезнь, она абсолютно не опасна для здоровья человека. И она абсолютно не опасна для любых животных, за исключением свиней. Но, к сожалению, на этом все хорошие новости для нас заканчиваются, потому что, во-первых, это очень высококонтагиозное заболевание, или, если говорить простыми словами, заразное. И переносится оно как людьми, так и животными, причем и птицами, и насекомыми, и грызунами. Плюс инфицированное животное 100% летальный исход, поскольку вакцины в мире от этой инфекции не существуют в принципе. Поэтому единственный способ борьбы с этой болезнью – это локализация очага и полное уничтожение всего поголовья свиней в самом очаге. Тобто це виняткові збитки. Мова йде про те, що якщо не локалізувати зараз, то пізніше це може бути ще більше. Ну, якщо говорити про той же Росію, то там вже збитки перевалили за мільярд доларів. А звідки ця зараза взялася в Україні? Ну, к нам эта болезнь попала из России частично, где-то с дикими кабанами, с дикой фауной, и где-то занесена в том числе людьми. Если говорить о той же России, то там уже официально зарегистрировано 790 случаев. Причем из них 71 случай в 2015 году. Это, я подчеркиваю, те случаи, которые зарегистрированы официально, поскольку в России очень многие случаи заболевания скрываются. Убытки, как я говорил, уже перевалили за миллиард. Я думаю, что стоит опять же сказать, что делается у других наших соседей. В Польше зарегистрировано 78 случаев. В Литве 141, в Латвии 749, в Эстонии 400. То есть даже в европейских странах, где нет проблем с ресурсом для борьбы, где реально удерживается в закрытом режиме животное, даже там есть очень большие проблемы с борьбой с африканской чумой свиней. В Украине болезнь зарегистрирована уже практически в половине регионов. Только в этом году у нас порядка 37 случаев. Причем есть области такие, как Киевская, Сумская, где уже по 6 эпизодов, а в Черниговской области уже 13. Раз давайте спустимося трошки на рівень нижче. Що зараз відбувається в Миколаївській області? Під питанням був Радівський район. Це те, що звідки почалося. Зараз йде мова про те, що ще один район має виявлені випадки африканської чуми свиней. Розкажіть про це докладніше. Так і є. В Миколаєві у нас зареєстровано два офіційно вже підтверджених случаї африканської чуми свиней. Це Врадівка, це село Мостове Доманьовського району. Перша вспышка, як ми всі знаємо, була во Врадівці. Були прийняті всі меры для ограждения очага инфекции, но тем не менее, все равно всем нам надо быть начеку, потому что инфекция, она не родилась во Врадьевке, она туда была занесена извне. И как бы мы ни ограждали очаги инфекции, все равно тем путем, каким она попала во Врадьевку, в Мостовое, тем же путем она может зайти в любой другой населенный пункт. Чи стикалися раніше фахівці, ветеринари, лікарі з такими випадками? Чи це, наскільки це такий досвід оригінальний? Наскільки ми готові до цього були? Ну, Врадівка – це був наш, к щастю, перший опит боротьби з ЧС. Несмотря, звісно, на всі прописані інструкції, є дуже багато підводних камней. Есть очень много вопросов и проблем, которые не уложатся ни в одну инструкцию. Поэтому мы там все-таки наработали свой первый опыт, мы этот опыт обобщили, и по результатам этого опыта мы дали распоряжение, письменное распоряжение главам РДА, в котором поставили ряд задач, а именно провести внеочередные заседания районных противоэпизоотических комиссий, и на этих комиссиях определить степень готовности района к ликвидации последствий ЧС,
определить уровень обеспеченности района необходимыми материально-техническими средствами, создать оперативные штабы под руководством главы РДА и провести широкую разъяснительную работу среди населения. Затем мы провели очень большое совещание, на которое пригласили, опять же, глав РДА, главных ветеринарных врачей районов, пригласили глав комиссий противоэпизоотических районов, ну и ряд других специалистов. На данном совещании мы проинформировали еще раз, что это за болезнь, как с ней бороться, о том, каким материальным затратам должны быть готовы главы РДА, и расписали весь комплекс необходимых мер по ликвидации и какие необходимо сделать первоочередные шаги. Я вам откровенно скажу, что я переживал, что главы РДШ администрации отнесутся несколько формально к этому собранию и недооценят важность этого собрания, этого совещания. Но как показал опыт, как показала себя организация работы в Доманевском районе, то совещание все-таки было проведено недаром, поскольку глава Доманевской РДА Иванченко Василий Николаевич отреагировал на все очень оперативно. Если говорить о том, как развивались события, то вечер понедельника у нас было подтверждение официально о том, что таки да, это африканская чума свиней. Тогда же вечером уже было в районе проведено заседание противоэпизоотической комиссии. На утро я уже провел совещание в сельсовете с главой сельсовета, с активом, с теми, кто будет задействован в ликвидации последствий. После этого я провел совещание с главой Доманевской райдерской администрации уже в Доманевке. И скажу так, что по результату этого всего уже к обеду у нас стояли блокпосты с дисбарьерами. Уже к обеду у нас в очаге, непосредственно в хозяйстве, где нашли эту заразу, были животные все изъяты, умерщвлены и подверглись сожжению. То есть я закончу, что действительно уже к обеду мы осуществили весь полный комплекс мероприятий, который, скажем так, в Врадівці мы осуществляли гораздо более тяжело и более длительно. Там зараз мова йде про зятя свинопоголів'я тільки в Мостовому, чи вже далі це відбувається? На даний момент там є так називаємо, сам є очаг. Есть зона защиты и зона наблюдения. То есть в очаг входит непосредственно хозяйство, в котором нашли, оно находится где-то в 500 метрах от села. И само село Мостовое также попадает в очаг. Пока что вот так. Какие заходы вживаются на уровне Министерства агропромисловой политики, чтобы локализовать эту проблему? Как реагирует ветеринарная, фитосанитарная служба? Я уже 3 раза был на совещаниях только по этому вопросу в Министерстве агропромышленного, в Министерстве АПК. Причем из 3 совещаний 2 совещания вел лично министр, 1 совещание вел первый зам министра, и то только потому, что должен был вести министр, но его задержали на заседании Кабмина. На всех совещаниях присутствовал исполняющий обязанности главы Госсвет фитослужбы Александр Вержиховский, то есть совещания проходили на самом высоком уровне. На первом совещании в основном заслушивали отчеты о ситуации в областях, но я в конце совещания все-таки взял слово и сказал, что отчеты это правильно, это нужно, но есть ряд очень острых вопросов, которые нам надо обсуждать и все-таки работать над решением этих вопросов. Потому что проблемы, которые есть, кто-то с ними уже столкнулся, с вопросами, которые не решаются, а кто-то еще обязательно столкнется. А это и нехватка у ветеринаров средств умерщвления, нехватка у ветеринаров средств дезинфекции, отсутствие напалма у пожарников, у МЧСников для сожжения трупов свиней. Министр, в общем-то, поблагодарил за озвученные проблемы. И я вам скажу, что по результату, буквально на следующий день к нам в область были дополнительно поставлены необходимые дезинфекционные средства, первое. И связались с Министерством обороны, направили письмо о том, чтобы они передали МЧСникам, это опять же по нашему обращению, чтобы они передали МЧСникам необходимый напалм. К сожалению,
само министерство Минобороны, оно подтвердило, что оно даст, но процедура передачи затянулась. О чем те тоже МЧС писало письмо на Минобороны, и о чем я опять же докладывал во вторник на последнем совещании, предоставил все копии писем. Пообещали, что разберутся и напалм будет. То есть сейчас мова идет про то, что свинопоголів'я повинно вилучатися у населення і йти на утилізацію. Не секрет, що це, як мінімум, непопулярний крок, адже в багатьох домогосподарствах свинки – це, зрештою, напевне, годувальники, за великим рахунком джерело грошей, бізнес і так далі. Це відбувається, це треба робити, але які компенсаційні заходи будуть вживатися? Давайте поговоримо про те, як буде відшкодовуватися збитки саме громадянам? Напевне, це одне з таких найбільш актуальніших питань цієї теми. Розкажіть нам про компенсації. На самом деле, это очень и очень важный вопрос, причем как с точки зрения, скажем так, помощи населению, которое попало в беду, так и с точки зрения ліквідації самих последствий, потому что ну, население, которое, у которого нет понимания, что им честно это все компенсирует, оно отказывается сдавать свиней, и оно тормозит весь процесс. Я об этом, об этой проблеме, я также на этом совещании, на своем первом, доложил министру, мало того, я ему указал на постановление Кабинета министров, которое было еще в 2012 году принято, подписано оно было Николаем Азаровым. И это постановление, оно, этот расчет строится на данных статотчетности, в которой цена закупки у свиней, у населения, она в принципе никак не отражена. Поэтому, опять же, если брать среднюю цену на перерабатывающих предприятиях, то там в среднюю цену входит в том числе и цена закупки внутренностей, которые ну, закупаются за копейки, и в результате они очень сильно опускают средний показатель цены. И у нас по Николаеву он там получался ну, чуть-чуть ли не в районе 20 гривен. Я донес о том, ну, во-первых, при таком подходе, ну, во-первых, достоверность самой цены, это, как говорят медики, средняя температура по палате. И я об этом несколько раз подчеркнул на этом заседании, которое проводилось в министерстве. Опять же, министр отреагировал на это. Еще в этой постанове есть, в принципе, в порядке расчета, там затрагиваются три постановления Кабинета министров. Проблема в том, что это все делается очень долго. То есть подать на это министерство там 10 дней на согласование, потом туда передать, сюда передать. И получается, что там этот расчет, в принципе, раньше, чем, ну, грубо говоря, через там, месяц-два, он, в принципе, даже если все пойдет быстро, ничего, ну, то збитки населення будуть компенсуватися після проходження оцих погоджень, всіх процедур. Естественно, да. Поэтому я указал, опять же, что сама процедура затянута. И вы знаете, министр пообещал, что они будут пересматривать этот порядок, подавать новый проект Кабмина. Но мы знаем, как у нас зачастую обещают, ничего не делают. Чем был удивлен? Во-первых, касательно, как я уже говорил, по материально-техническому обеспечению сразу же была реакция. И здесь, вот на последнем заседании уже, которое проходилось во вторник, глава госветфитослужбы Александр Вильжиховский, он уже предоставил проект этого постановления Кабинета министров. Причем он в основном, как сказал, я буду в основном апеллировать к вам, разговаривать с вами, поскольку вы были инициатором. И, в общем-то, признавая нашу высокую компетентность даже в данном вопросе, мы единственная область, куда этот проект прислали с просьбой указать свои замечания, указать свои предложения. Мы проанализировали то, что нам прислали замечания. Сейчас надо еще собрать несколько данных, и замечания в понедельник мы отправим на министерство. Но здесь, опять же, есть какая проблема. Проблема в том, что это постановление Кабинета министров, подготовка, это тоже очень длительный процесс. Это не неделя, не две и не месяц. И я указал первому заместителю, который присутствовал, ну, министерство, что дайте мне на сегодняшний день какую-то индикативную цену, которую вы подтвердите реально, и которую я включу в расчеты компенсации. Потому что если мы будем ждать месяц, полтора, пока вы внесете... Это важная вещь. Вообще, в принципе, я сторонник того, чтобы
проблемы решались не только в пожарном методе, но принципиально. Есть постановление, которое мешает, значит, его надо пересматривать. Но на данный момент надо оперативно принимать решение, и нам первый заместитель сказал, что он подготовит. Все-таки он дал поручение там на институты исследовательские, чтобы они дали свои заключения. Сегодня там уже определенные данные стали поступать. И я надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки начнем компенсацию, поскольку сами средства из областного резервного фонда мы уже выделили. Эти средства находятся фактически на счету у Врадийской районной державной администрации. Просто нужна вменяемая цена, по которой мы бы смогли людям компенсировать то, что у них изъяли. Скажіть, будь ласка, чи передавалися на столицю дані по збиткам, які вже були завдані цією африканською чумою свиней у Врадівському районі? Якась цифра є, скільки ми вже або втратили, або можемо втратити? Вообще, данное введение карантина – это сама по себе чрезвычайная ситуация. И по каждой чрезвычайной ситуации устанавливается уровень, в зависимости от того, это объектовый, местный или региональный, то там устанавливается бюджет, из которого, ну, резервный фонд, из которого оно компенсируется. Убытки, которые выходят, по-моему, за 21 с чем-то миллион гривен, они компенсируются. Это уже признается, что чрезвычайная ситуация регионального масштаба, да, регионального масштаба, и компенсируется из средств государственного резервного фонда. Мы эти, опять же, расчеты подготовили. Я специально эти расчеты готовит у нас райдеш-администрация, но я не, ну, скажем так, для того, чтобы подкрепить их помощью, я взял специалистов из Николаевской области, приехал, ну, из нашей облдержавной администрации, приехал на место, провел совещание в Врадивке, в том числе по этому вопросу, и поставил задачу, чтобы эти расчеты были сделаны в кратчайший срок. Эти расчеты уже за подписью Вадима Ивановича Мерикова, уже давно ушли на Киев. Но там, опять же, своя процедура, Кабмин расписывает это на Минэкономики, Минэкономики запрашивает данные о цене у Минагрополитики, запрашивает определенные данные у МЧС. То есть там своя тоже достаточно длительная процедура, но насколько мне сказали, что вроде как уже из Министерства агрополитики эта информация находится на выходе. Но это не подтвержденное, поэтому, скажем так, я эту информацию буду уточнять. Это уже буквально после обеда мы сказали сегодня. Раз, с цим зрозуміло. Скажіть, будь ласка, карантинні заходи, заходи протидії, чи є якийсь певний термін, коли це все можна при самому хорошому розкладі локалізувати? Наскільки я знаю, карантин знімається на 40-й день після знищення останньої свинки, так? І потім ще півроку там зона спостереження, да, це, да, про цей момент. Скажем так, в ідеалі, ну, в самому большому ідеалі, я не знаю, случаїв, щоб за неділю справилися. Там, де касається ізъяття у населення, це дуже довга і болезненна процедура, тим більше я вам уже указав на постанову Кабінету міністрів, яку я предложив, і яку, по моєму предложенню, на даний момент перерабатываю. Да? Если говорить о самой последовательности, то сначала мы должны изъять полностью всех свиней полностью из очага, полностью всех, уничтожить их. И после того, как заканчивается, как уничтожена последняя свинья, сожжена, мы запускаем 40-дневный карантин. После этого, после окончания карантина, если никаких повторных случаев или каких-то, ну мало ли, кто-то не сдал, кто-то соврал, да, если ничего не происходит, карантин снимается, но полгода еще нельзя держать свиней. Только через полгода можно уже под определенным надзором, да, под определенным присмотром, да, там той же ветеринарной службы закупать поросят и начинать обновлять поголовье. Тобто зараз таке єдине питання – це свідомість утримувачів свиней, да, так? Наскільки, да, швидко вони все це здадуть, наскільки вони будуть співпрацювати з владою? На самом деле здесь проблема в том, что есть кому апеллировать. Посмотрите, когда засуха, это ж тоже фактически, ну, форс-мажор, да? Звичайно. Но там апеллировать ни к солнцу, ни к дождю ты не будешь, поэтому люди принимают это как есть.
Здесь вроде как можно апеллировать, что не надо изымать, зачем вы это делаете. И я понимаю людей. Я откровенно говоря, понимаю людей. Люди выращивали свиней, они рассчитывали свой бюджет, исходя из того, что они содержали. И кто-то, наверное, почему важна компенсация по реальной цене? Потому что кто-то просто уйдет за грань выживания, скажем так. Поэтому да, проблема с изъятием есть, но здесь людям надо реально понимать, что все-таки зависит от них. Этой бедой все не заканчивается. И государство сделает все, чтобы их не бросить, и чтобы людям компенсировать, дать средства, чтобы они могли восстановиться. Но чем быстрее это все завершится, тем быстрее они смогут опять возобновить поголовье. Чи є якась статистика по Врадівці? Скільки там на даний момент вже знищено свинопоголів'я? Ну, насколько я помню, по памяти, по-моему, 547 туш. 547 туш. Это то, что сожжено и уничтожено. А чи була статистика кількості загальної в Радівці чи в Радівському районі? Смотрите, ну, данные статистики, так как я говорил, в данном случае средняя температура по палате, потому что, во-первых, люди не показывают все поголовье. Там, я так понимаю, есть определенные коммунальные, там пусть и очень низкие платежи, да, на каждую свинью. И если говорить, то в селах предусмотрено введение хозяйственной книги, где ведется учет по дворам свиней. Хотя, еще раз говорю, он не отражает действительности. Люди показали одну, две, там, три свиньи для того, чтобы иметь возможность взять справку необходимую. А держит 10-20, там поголовья повылезали по 50, по 60, по 100 голов в частных дворах. И опять же, если в селе этот учет хотя бы подразумевается, то в городах и в поселках городского типа, каким есть Врадівка, такой учет в принципе не подразумевается, этой информации нигде нету. Предварительно то, что считали, сначала 6 тысяч, потом начали пересчитывать 10 тысяч. На что мы выйдем в результате, мы посмотрим. Зрозуміло. Які рішення чи які організаційні заходи були доведені головам районів у зв'язку з тим, що на Миколаївщині другий спалах відбувся? Тобто це... Ну, на сьогодні... Окремо саме з сусідами була робота? На сьогоднішній день, да, ми проінформували сусідів о том, чтобы они были более бдительны, чтобы отслеживали случаи, чтобы переговорили, скажем так, пообщались с главами сельсоветов. Но, вы знаете, более того, чем мы провели, еще раз говорю, я, не дожидаясь каких-то вторых повторных эпизодов, я сразу же дал доручение, чтобы люди промониторили ситуацию себе и прикинули свои силы, и прикинули, как, с кем они будут организовываться. И опять же, еще раз повторюсь, я провел совещание очень обширное, на котором мы подробно изложили, что делать. Поэтому на данный момент надо активно вести работу в первую очередь с населением, чтобы все-таки более ответственно подошли к этому вопросу, осознали вообще степень всей этой беды. И, естественно, мы их периодически дергаем, но это уже так, для проформы. Які зміни і як нині повинен вестися м'ясний бізнес, зокрема на ринках, там, де продається м'ясо? Чи є якісь окремі рішення, чи окремі якісь санітарні заходи саме для місця відкритої торгівлі м'ясом? Скільки це? Просто ми знаходимося біля центрального ринка, де є м'ясний павільйон, і тому наші глядачі дуже багато в місті, і вони поставлять таке запитання усне. Так? Ну, Если рынок не входит в зону, так называемую, в зону защиты, то торговля свининой там разрешена. Но вы понимаете, это не только в связи с сегодняшней бедой. В принципе, торговля свининой, она запрещена на стихийных рынках. Она должна проводиться только непосредственно на рынках, которые официально работают. И я вам скажу, что эта беда, она в принципе вскрыла очень многие вопросы, потому что... На самом деле, если бы не было африканской чумы, то, наверное, всю жизнь держали наши селяне свиней у себя на подвериях. Да, периодически там была рожа, периодически была просто чума, не африканская, а просто чума свиней. Но с этим как-то справлялись. Это не та беда, которая африканская чума свиней. И то, что отсутствует закрытый режим –
то, что люди, он пообщался, ну, скажем так, человек, вот он в чем, да, в чем во дворе работал, он в том пошел, свинью покормил. И я вам скажу, что он в том же практически пришел в райдерш-администрацию, когда сходка была. А все-таки свинарник, ну, свинарник, он должен быть, даже если это подверье частное, то он должен быть огражден. Туда надо ходить в сменной одежде, в сменной обуви, предварительно помыв руки. Мы, опять же, давали подробную инструкцию. Тобто на місцях про це знають. Ми составили, це було одне з перших, я сказав Калнаусу Олегу Робертовичу, це наш головний ветврач, щоб він средства, ну, основні мероприятия по біозащиті для населення составив подробну інструкцію, ми цю інструкцію розіслали, і вона була напечатана во всіх районних газетах. Зрозуміло, що ж, давайте на цьому поставимо крапку. Шановні глядачі, на цьому час програми «Гаряча лінія» вичерпано. Зі мною був заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь. Ми говорили про африканську чуму свиней на Миколаївщині і про кроки, які робить обласна влада для локалізації цієї небезпеки. Дякуємо за увагу. На все добре.